Комментарий, набравший больше всего лайков, получает 20 тысяч ртов на 0.2 сервере, а также человек, который напишет больше всего комментариев к этому ролику, получит тоже 20 тысяч ртов на 0.2 сервере. Итоги предыдущего розыгрыша на 20 тысяч ртов видите на своих экранах. Победители, отпишите мне в личку ВКонтакте, ссылочка будет в описании. А мы переходим к ролику, ребята, погнали, всем приятного просмотра! Здорово-здорово всем, ребята, с вами Смурфик, и сегодня мы поиграем в игрушку КРМП, играю на сервере Радмир, играю я на 0.2 сервере, с нами сегодня Валера, поздоровайся. Всем привет. Ну и в общем, это мой последний шанс, чтобы выиграть. Я продал свою ешку, снял с нее стейдж, и у нас получается на банке сейчас 2 миллиона. Сейчас посмотрим, сколько... Так, вот баланс банковского счета. 2 255 миллионов у меня получается, и 213 на руках. Сегодня мы попробуем поднять денежку. Давай, 213 тысяч у нас на счету. Если мы не поднимаем, то это жопа. Последний шанс просто, последний шанс. Так, ты где? Ну так, я справа, короче, как заходить в казик, вот он там. Ага, на какую ставку сыграем? В крысу сегодня ну, играем? 16к, типа, есть, можно на четверых играть, кстати, людьми. На четверых? Давай попробуем. Сейчас... Так, игра окончена у человека. Так, дайс. Так, мне нужно создать ставку. Ну, да, он 50к играет. Попробуй сыграть. На двоих как раз играть. На троих создавать? Не, на двоих. Слетай с ним. 8. Сейчас ему 11 упадет. 100% даю. Почему-то я так думаю, что ему сейчас 11 упадет. Да, 6 выпало. Изи. Ему 6 выпало. За счет тебя сейчас может выпасть маленькое число, потому что ты выиграл. Давай на 20-ку залетай. У меня нет денег. Бля. Давайте сюда быстрее. 17-ка он говорит. Залетай. 17 го. Нет, 17 я с ним не буду. Нафиг надо. 20к x3, давайте, хоть кто-нибудь. Поставьте, пожалуйста, ребят, лайк. Это просто последние деньги, что у меня есть. Это я хз. Так, ну ты выиграл. Окей, да, давай дальше. Давай до сотки подниматься. Кидай 20, короче, еще раз. Кинул. 11. О, изи. 10. Ему 10 выполнил, спасибо. Так, ну сейчас попробуем дальше. Сотку уже подняли. Сотка есть. У тебя сколько сейчас? Сотка. На, сотка? Отлично. Да. Я. Ч-ч-ч. Вот тебе слив как раз. Обидно. Мы в минусе. Создавай, короче, 50к. 50к создавай. 50к? Да. На четверых. Не, на троих создал пока что. Сейчас, если кто-то взлетит. Давай попробуем. Будем надеяться, что мы выиграем. О, блин, у меня так голова просто болит, не представляешь. О, так. 3, 8. А, ты не успел? Да. Ну, я их выиграл. Ты выиграл, красавчик? Да. Давай еще, залетай еще. Залетай. S50K. 12. 2. Ой. Вот, 10, вот я про это, вот то, что в крысу невыгодно играть. Потому что здесь подожди. Спокойно, залетай. У меня 29к, у меня 29к, подожди. Блин. 29. Убирай, 29к сейчас создам. Создашь? Да. Давай создавай. На четверых. Здесь слив тоже, походу, будет. Это жопа. Так, ну, два человека. 29 тысяч. 4 человека. Нам нужно 4 человека, ребят. Это жесть просто. У меня настроения, правда, нет ничего снимать. Ну, попробуем заснять. Может, наверное, поднимемся. 5. Пфф, я тебе говорю, сольем. Я тебе говорил. Ты меня не слушал. Че, у тебя 0 сейчас? Да. Бля. Поздравляем, мы в минусе, че. Вот из-за этого, ребят, не играйте в крысу, это невыгодно. Это очень невыгодно. Есть одна выгода, типа я могу сейчас затащить. Сейчас, а если сейчас конечно, затащить, короче, тащу в ПК, я тебе отдаю столько. Давай, попробуем. По 20-ки кидай, короче, 29к. Изи, ему 12 выпало. На сколько? Сейчас я еще 4 кидаю. Все, сейчас, короче, 20-ку будем играть. Втроем. Я на 50 сыграл, сыграю сейчас. О, Майчерик пишет. Собака, он нас выиграл Италисом.
На сколько? На 20? Я создаю. Я создал, создал. Давай, залетай быстрее, 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 быстрее. 7. 5. Либо ты, либо я. 11. Я в минусе, ребят. Я в жестком минусе. То есть у меня 60 кайф. Я в конкретном минусе сейчас. В конкретном просто. Я не успел. Пол. Изи. Засечил? Да. А ты не успел залететь? Нет. А, ну это хорошо, значит. Хорошо. Так, 20-ка. 20-ка. 2, 9. Да. Бля. 40-ка играем, 40-ка. 40-ка? Сейчас вот сейчас создам, сейчас создам. Я создал уже. Залетай, 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 залетай. Давай, давай. 40-ка, ну давайте. 2! Давай. Давай, пожалуйста. Блин, слив. Ну опять, ну слив, ну сука! Блядь! Пиздец, твоя ставка нихуя не работает, твоя тактика хуяктика. Пиздец, меня бомбит нахуй. И что делать теперь? Опять тебе перекидывать бабки, и я в минусе? Сколько у тебя? 200к было, да? 300к было. Сейчас сколько осталось? 104. Нормально. Нет, не нормально. Более-менее еще адекватно. Ага, сколько я уже тебе бабок перекинул? Так, если считать, тогда 60к перекинул. 60к перекинул? Пипец, просто... Взрыв мозга. Вот этот человек меня позвал, говорит, сейчас поднимемся, бля. Сколько тебе еще осталось? У меня 79 тысяч. Еще 4к. Я просто в ахере, ребят, я просто в ахере. На что я подписался? Так и думал, сольё. Давай один раз сыграем, чисто по фану. На сколько создавать? Спасибо. Спасибо, братан. А, сам чисто просил. Купил меня. На четверых? Так, убавить надо звук. На пятерых. На пять. Сейчас эта ставка тоже сливная будет, 100% блин. Ты прошлую карту слил и эту слил сейчас. Это тоже сольем сейчас. 100%. Можно стол сменить. Можно стол сменить. Пойдешь с ним стол? Сейчас погодите, за ставку сыграем. Ну, типа, все люди там, а там в столе можно. Давай. 20к x4, давай, давай, пожалуйста, давайте. Ой, никто не хочет залетать, походу. Он бежит. О, бежит Владислав. Ди, изи, просто вот так вот вас. Че, ну, переходим на другой стол? Да, ну ты вон деньги собрался, короче, у тебя сейчас 80 катов плюс, типа, у тебя 140 чем-то. 135. Ты сыграл? Да. На сколько? На 14. Вроде. Я не понял, на сколько я сыграл. Так, 40 тысяч на троих. Ой, а у тебя же нет бабок. Блин. Вот это вот проблема, потому что неудобно передавать. По 4 тысячи максимум, да? Ну да, вот это вообще... Блин, Алисон сейчас затащит 100%, он наглый. У него чит, поход какой-то. Алиса? Да. Ну, да, типа, 40к я бы залетел, так бы было нормально. Ну, не успели. Я тоже так думаю. Вы играли? Чё? Не играли? Не. Ну, чё? Я бы залетел 40к. Сколько у тебя ща? 20. Боже, а. В каком мы жестком минусе, я в шоке просто. Просто в жесточайшем минусе. Ну это может идёт, так у меня было такие 500к, типа 40к поднять тоже нормально. Сколько у тебя ещё? Ещё 8к. Ты создал? Я создал. Залетай быстрее, быстрее, быстрее! Бля, сука, ну твоя... Ну блядь, Валер! Пиздец просто, ребята, я просто в шоке. Почему так сливаем? Ну, я еще 8к слил. Сука! Зашибись, тебя послушал. Так и думал, тебя не надо было слушать, блядь. С тобой пришел, нахуй, все бабки слил. Пиздец. Просто в шоке, бля. Просто в ахуе. Слов нету.
Ладно, ребят, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, я все понял. Это слив просто. Вот никогда не играйте в крысу, это, блядь, говно вообще ебаное. Слов нету, извините за мат, конечно. Ну ладно, всем пока.